Итак, друзья, снова всем привет, меня зовут Серега. Сегодня записываю очередной видеоролик, делаю обзор на проект Holiday. Очень крутой проект, сейчас все люди, ну не все, большинство, кого я знаю, сюда просто куча идут. Расскажу все плюсы этого проекта и что на этом проекте реально можно хорошо заработать. Вот такой классный дизайн от разработчиков. Движемся дальше, здесь все описано, что это за проект. Показаны лидеры проекта и так далее. Здесь можете посмотреть видеоролик. Кстати, я вчера записывал видеоролик, точнее не записывал, как раз брал вот этот видеоролик и выложил его в интернет и покажу, какие результаты уже на сегодняшний день у меня в моем личном кабинете получились. А сейчас, ну, шаги, автоматическая покупка, шаг, то есть 100% гарантия, что вы вернете в свой вклад с первого партнера. И это действительно так. Ну и давайте, наверное, уже перейдем в личный кабинет. Наверное, всем уже интересно. Немного я там расскажу о маркетинге, но не полный. Расскажу маркетинг. На примере 100 рублей вот здесь есть на главной страничке маркетинг. Или на моем канале. Вчера я как раз выкладывал вот это вот видео, как работает маркетинг. Вход сюда всего 100 рублей. И как здесь... Правда написано, риск оправдывает себя. То есть войдем в личный кабинет. Так, все красиво сделано. Вот такая вот платформа. У вас будет немножко по-другому. У вас будет здесь приобрести, то есть уровень. Вы сначала в финансы заходите, пополняете счет. Этот проект работает только с системой Payeer. Так что заведите себе Payeer кошелек, он заводится за 5 минут. Пополнить Payeer кошелек можно любым удобным для вас способом. Ну и пополняете на 100 рублей, затем заходите в раздел тарифы или на главную, покупаете себе место в этом проекте за 100 рублей. Ну и давайте движемся дальше. Давайте перейдем партнеры сначала. Мои партнеры со вчерашнего дня как раз. Ну и вот что мы видим. То есть, смотрите, зарегистрировано всего 14 человек, и трое из них оплатили. Что это говорит? Это говорит о действительно, что людям нравится этот проект, потому что здесь, ну, прикольный маркетинг. Во-первых, на матричном маркетинге обычно вы на кого-то работаете. Здесь с первого приглашенного человека вы сразу забираете свои деньги себе. Со второго, третьего вы покупаете себе второе место. То есть я сейчас покажу, что это за второе место. Мои платформы, рубли. Можно здесь, кстати, в долларах, можно в рублях, без разницы. Ну вот, я здесь они без фотографии, мои партнеры. То есть первый человек зашел, второй человек зашел, ну и, разумеется, третий. Что происходит дальше? Либо они сами начнут приглашать, либо система им поставит, так что Holiday, это есть как сама по себе рекламное агентство. Либо она поставит им партнера в порядке очереди, либо от меня придет перелив. Что значит от меня перейдет перелив? Да, когда я показывал раздел партнеры, видите, сколько у меня неоплативших. То есть эти люди, которые оплатят, попадают к моим партнерам. Почему для меня это важно, что люди попадали от меня к моим партнерам? Ну, потому что сейчас я вам еще раз объясню. Когда я покупаю первый человек, который заполняется матрицей, то есть перелив идет первый партнер, например, 100 рублей, он сразу возвращает 100 рублей. Второй человек к нему приходит от меня, например, второй, третий, и от меня еще один пришел, и другого он сам пригласил. То есть он автоматически берет второй уровень, и когда он берет у меня второй уровень, с этого уровня 100 рублей у меня открывается заново платформа 100. И так происходит закольцовка, и этот просто зарабатывать можно до бесконечности. На платформе 100, я, как сказал, весь маркетинг вам не могу рассказать, я пока дошел до платформы 200. Чем дальше, тем интереснее. Показано все на видео. Как я вам показывал, где находится видео. В принципе, пока что здесь все. Вывод действительно здесь моментальный, инстантом. То есть вы заказываете, ваши 100 рублей прилетает вам. Ну, с комиссией, разумеется, с комиссией. Но комиссия какая? Payeer и вот этого проекта. Проект не хранит
у себя деньги, то есть независимо, то есть от участника к участнику они переходят, они берут, зарабатывают с комиссии. Когда деньги выводятся, там берется небольшая комиссия, рублей 5, по-моему, что-то в этом роде, друзья. Да, рублей 5 или 6 с одного вывода. Разумеется, со 100 рублей там пришло мне там 94 рубля, да, 94 рубля. То есть 6 рублей там и с учетом комиссии ПР пришло мне обратно с первого приглашенного. В общем, ссылочка будет это под видео. Действительно прикольный проект. Так что регистрируйтесь. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Всем больших заработков, всем удачи, всем пока.